совсем прям черень будем есть. И так надо. Готовим плов. И яблоки. Так, держи. Ну, вы будете готовить или что? И яблоки. И то, и другое. Так. Сейчас чуть-чуть попробуем. Сёма, землини собирать. Я да. Папа. Сёма, землини собирать. И маме собирать. Пока горячая. Лучком. Сейчас, стоп. А, идет съемка? Угу. И с лучком обязательно. Не говори. Артур, попробуй. А где я? Дейзи, отвали отсюда, блин. Ой, аккуратней. Сейчас морковь даст сок. Дайте никому длинного листовку для того, чтобы отдыхать. Ходить по улицам. Сама. Сейчас мы еще воды подольем. А перец? Воды можете подлить? А этот перец острый? Да. Он для он не, остроты не даст. Это для вкуса. Сейчас скажу когда. Не торопись, лей. Так, сейчас на часы посмотрим. Скажи, Борис, что теперь будем добавлять? Нет, мы сейчас вначале заберем оттуда перец. Да. Он все свое отдал. Перец. Это жгучий? Чеснок. Еще один чеснок. Мы его потом вернем его обратно в плов в конце, когда уже будет весь рис. Так. А вы чеснок не купили? Понятно. Плохо вижу. Давай, Леночка. Не, это сейчас. А, у вас видео? Думаю, потом себе. Все поляки будут готовить плов. Да. Поэтому я не имею права испортить. Сделать. Конечно, мясо мы. Что, съели? Кладем рис. Который раньше лежал в соленой воде. Да, питал соленую воду. Мы как только начали готовить, да. Мы сразу его положили в соленую воду. Только в хорошую воду, не из-под крана, а чистую, хорошую воду. Да. У нас будет много плова. Да. Сейчас мы будем доливать воду. Угу. Можешь, пожалуйста, фонарь? Большой-то. Сейчас у нас рис приобретет цвет. Угу.
А цвет приобретается из-за того, что мы вначале обжаривали мясо, а потом добавляли морковь. Поэтому он станет золотистого цвета. Да. Сейчас нужно ждать. Воды еще сейчас дольем. Зачем? Надо. Еще 2 сантиметра, потому что рис еще впитывает воду. Мне кажется, он у нас так долго стоял. Ой, это рука. И главное его вот так вот прижимать, равнять. Он так делает. Сейчас закипит, мы накроем крышкой. Тут очень важно, у меня, конечно, вряд ли это получится, но очень важно налить столько воды и положить столько дров, что когда закончатся дрова, уже будут угли, выкипит вся вода и будет только готовый плов. Барбарис. Лицо воды много? Ну, наверное, сейчас она впитается. Не, впитается, конечно. Выпарится. Да, просто добавим еще киянки. Да, обратно. Ага. Перец прям вытаскиваем теперь обратно. Нет, прав, чеснок. А почему вытаскиваешь их? Потому что он совсем разварится. А, да. Знаешь, честно, я на самом деле вот так иногда прям так плохо хочется. Ну, как всякие восточные какие-то кафешки есть. Можно сходить, ну плов прям. Там это барбариса, наверное, маловато дали. Ребята, еда! Артём. Слушай, ну выглядит круто. Очень красиво, не пахнет. А выбор пахнет этим углем, вот это всем. Вот это прямо сюда. Ой, боже мой, боже мой. Да ладно, нет, Артём, давайте столу. Ой, Саша. Ничего да, себе комбинация. Да, он 11, у меня есть фотография, он с черными волосами, с голубыми. Да. А потом глаза стали темные, а волосы светлые. Так, сок яблочный. Это самое, Боря, вилочку захвати, пожалуйста. Ну как вам, пионеры? Боречка, вилочку. Мне сейчас без разницы. Артем, давай, дай я тебе положу, Артем. Да, как здорово, что вы так проголодались.